Карачаевский драматический театр завершил работу над очередной яркой постановкой. В этот раз на соцзрителя труппа представила историческую драму «Карча» автора Дины Мамчуевой. На общественном просмотре побывала и наша съемочная группа. Мадина Каракетова подробнее. Это последний общественный просмотр перед премьерой, так сказать, генеральная репетиция, сдача спектакля. Актеры уставшие, заметно волнуются, но счастливы. Позади месяца упорных репетиций, оттачивания отдельных моментов, реплик, сцен. «Карча» автора Дины Мамчуевой – историческая драма, очень сложная в постановке. И для труппы очень важно мнение приглашенных экспертов, прежде чем представить работу на суд зрителя. Этот спектакль нужен был для нашего народа. Наш великий предводитель и полковой из Карача балкарского народа, Карча, со своими сподвижниками, с Будуяном, с Трамом, Адрухаем, Наурузом. Это исторические лица, которые были его сподвижниками. Они вот создали вот такое государство Карачай на Баксанском ущелье, Эль-Джурт. И я должен сказать будущим нашим зрителям, которые будут смотреть, чтобы они там никакого недоразумения не было. Здесь в этом спектакле, в этой пьесе, которую автор написал, есть только 5 реальных существующих героев. Остальное – это выдумка. Это выдумка автора, потому что без этого не может быть. Здесь любовь и коварство, и война, и традиции, и смех, и слезы. По мнению директора Карачаевского драматического театра Руслана Гачияева, актерам это удалось в полной мере. Все это мы показываем, как вернулся с плена со своими сподвижниками после нашествия Тимерлана Карча. И вот мы это показываем, как он возродил, хотя Алания была разбита, но мы возродили свой народ. Для постановки спектакля специально был приглашен главный режиссер Балкарского театра Магомед Атмурзаев, который имеет большой опыт работы с историческими драмами. Это не первая совместная работа балкарского режиссера с труппой Карачаевского театра. До этого был не менее успешный труд «Акбичи» и «Рамазан». С автором, с Диной Мамчиевой, мы встречаемся уже второй раз, хотя мы давно, 100 лет назад, друг друга знаем. Я очень уважаю и люблю и за ее талант, за ее красоту, за ее внутреннюю красоту. Вот эта красота и есть в ее поэзии и в ее драматургии. Мне очень интересно копаться там внутри этой драматургии, вытаскивать вот какие-то сокровенные вещи, которые больны в ее душе. Для меня было это очень важно. Режиссер признается, что переживал за конечный результат, поскольку воссоздать на сцене историческую драму – тяжелый труд и очень большая ответственность. Магомед Атмурзаев отмечает профессионализм труппы Карачаевского театра и выразил надежду, что им удалось в полной мере передать замысел автора зрителям. «Карча» – это очень значимая историческая личность для карачаевского народа, и поэма – возможность еще раз рассказать о великом предке, поднять вечное, ценное, святое, без чего не может существовать народ. Мы очень испугались, что Харча умер, нет, слезы, я не убью, но... никогда в жизни я его не убью, потому что это наше желание, это вот эта арба, это символ всего, наше переселение, горечь, все там с этой арбой, вот это двигается с этой диваной, вот это идея, и Харчу мы никак не могли убить, и, по-моему, автор не хотела и не собиралась, зачем тогда писать эту драматургию. По словам Магомеда Атмурзаева, с труппой Карачаевского театра он работал с большим удовольствием, и это не последняя совместная работа. Актеры готовы как к восхвалению их труда, так и к критике. Важно каждое мнение. 5 мая Карачаевский театр пригласит на свой спектакль жителей аула Новый Карачай в местном ДК в 15:00.